Здравствуйте! Бабушка! Папа! Бежим от охраны! Тима Шоу! Ну что, Тимур, еще полчаса, и мы приедем в деревню. Соскучился по бабушке Ире уже? Да! Конечно, уже несколько месяцев ее не видел. Что это ты там делаешь? Во что ты там играешь? Гвен! Тима, тебе не стыдно? Это же игра для взрослых детей. Ты еще маленький. А ну-ка давай-ка сюда планшет. Ну вот! Так, погоди-ка. Что это там впереди? Надо остановиться и посмотреть. Тима, плохие новости. Кажется, нам придется ехать в объезд. Дорога-то закрыта. Во, все, нашел объезд. Вот тут и поедем. Через лес и какую-то заброшенную деревню, что ли. Что-то мне это не нравится. Ладно, поехали. И так уже кучу времени потеряли. Так, Тима, что-то я не понял, куда мы с тобой заехали. Давай-ка посмотрим по планшету. Давай. Тима, что ты наделал? Ты разрядил весь планшет своей Гренни. Вот как нам теперь искать дорогу верную, а? Не знаешь? Нет. Да ты что? Пойдем тогда искать теперь кого-нибудь из местных жителей. Может быть, они нам смогут подсказать дорогу. Больше вариантов нет. Пойдем. Интересно, где все? Ау, есть кто-нибудь? Может, спят? Нет, тут что-то явно другое произошло. О, ты слышал? Кажется, звук был откуда-то оттуда. Пойдем посмотрим быстрее. Вон, Тима, смотри, какая-то бабушка. Давай у нее дорогу и спросим. Папа, да я туда не, я туда не пойду. Ну и стой тогда тут, трусишка ты. Здравствуйте. Извините, бабушка. Смотри, у нее бутылки. Бабушка. Тима, стой! Вон заброшенный дом, давай сюда! Давай, быстрее, убегай! О, заходи, быстрее, быстрее! Что это за деревня такая, Тима? Откуда здесь взялась эта Гренни, я не понимаю! Я тоже! Короче, нам надо сейчас быстренько найти нашу машину, сесть в нее и быстро уехать отсюда! Тихо. Тима, ты что? Она же сейчас нас услышит. I see you. О, она нас заметила. Она в дверь идет. Тима, давай в окно, бежим, быстрей.
Тима, кажется, я забыл, где мы оставили машину, где мы припарковались. Ты не помнишь? Нет. Я не помню тоже. Я тоже. Блин, давай тогда попробуем спрятаться в лесу. Может быть, удастся от нее как-то оторваться. Побежали туда, в лес. Бежим. Want to play hide and seek? I see you. Фуф, кажется, мы оторвались. Давай теперь поищем машину. Да. Мне кажется, она была где-то в той стороне. Давай. Пойдем тихонечко только, Тима, тихонечко. Идем. Тима, я сейчас нажму на сигналку, и мы должны быстро сесть в машину и уехать отсюда. Ты готов? Да. Давай. Раз, два. Три! Быстрее, бежим! Тима, машина не заводится, я не знаю, что не так. Папа, быстрей! Мне страшно! Давай, давай же! Ура, завелись, Тима! Отлично! Все, рвем! Быстрее уезжаем отсюда, быстрее! Тима, посмотри, где она там? Тима, посмотри быстрее в окно, в заднее! Я никого не вижу. Все, мы, кажется, оторвались от нее. Ну давай, да! Фуф, ну у нас с тобой и приключение получилось. Никто не поверит, если расскажем. Тима, не дай бог ты мне что-нибудь еще про Гренни свою расскажешь. Не хочу больше про нее ничего слышать, понял меня? А игру мы с тобой удалим эту потом. Все? Согласен? Еще как согласен. Ну все, а теперь уже пора ехать и к бабушке. Она, наверное, нас совсем уже потеряла. Да. Все. Едем. Едем. Надеюсь, теперь обойдется без приключений. Yeah.